Блять, звук проебали, оказывается. Ну вообще. Так. Вау, Робертсон, шоколадная фабрика у нас будет в составе. Так, 10 монет, еще один наборчик первоапрельский. Может, сейчас нам с вами выпадет кто-то годный? И что же заниматься? Кто это такой? Южнокореец. Сбежал, видимо, из другой страны. ЛПшник. И что это за клуб? Стерлинс. Какой-то 59-й Хонг Юсанг. Замечательный игрок у нас будет в составе, наверное. Так, открываем еще один набор. И может, сейчас точно выпадет? Нет, это золотой игрок. Это кумир Бразилия. Цапник. Ну что ж, Атланта, это, наверное, самый топовый игрок, но он, кстати, немного похож на меня. Роберто какой-то Фермино, хрен его знает, плагиат. Седьмой наборчик, с вами первоапрельский. И опять, без анимации Тоти, мы видим флаг Португалии, наверное, это Душа Веру Сантуш, нет, ПЗшник, это не Криштиану Роналду, это какой-то еще бронзовый игрок, но в принципе, пойдет. На 1 апреля нас устраивает, в принципе, такой игрок. Еще один набор. Ну тут что-то даже один и тот же самый игрок. Говна. Может, сейчас Тоти? Тоти! Тоти! Вот это самый пиздатый игрок. Это вообще может быть типа этот ебаный Эрлинг Холланд, блять. Но это падает просто какой-то, сука, черный жопы. Вот, блять, сосем нахуй. Причем, посмотри по анимации. Короче, Эрлинг Холланд, он норвежец. Он норвежец, короче, нападающий. Но когда ты видишь такую анимацию, ты видишь такой, блядь, Тоти. Норвегия такой, это Фоден, стопроцентный человек Холланд, нападающий, и Куб, видишь такой, блядь, что за говно, еще Никсас, сука. Это роль, что ли, пак? Нет, я повторил анимацию, чисто сосешь, блядь. И последний пак. Португалия, ну это не Криштиану Роналду, может Криштиану Роналду быть нападающим. Ну, сука, идем бы нахер. Просто, он даже не рад нам. Так, последний наборчик. 32 миллиона, кстати, монет. Это можно еще пиздатого какого-нибудь игрока купить. Открываем набор. Может, сейчас нам выпадет 95-й какой-нибудь топовый игрок. С этого же первого набора нет. Нет анимации, мы с вами идем нахрен. Морес. Не, 87-й кал. Максимальный 97-й. Нет, это кал говна. Еще у нас есть набор. Сейчас за 10 тысяч открываем набор. За 10 тысяч. Типа тут 11 тысяч на аккаунте. Рамадан. Ну, не, подожди, 96-й какой-то херня. Тут максимум 96-й может быть, а тут 95-й за 10 тысяч. А вот тут так лучшее событие. За 6250 можем двух. Нет, не откроем, бро, у нас не будет 13 тысяч. Вот это за 6250, 97-й можем. Я Туре. Открываем. Так, Лига Чемпионов, Португалия. Ну, Криштиану Роналду не был в Португалии. Париж Сен-Жермен. Говно просто, это анимация. Анимация топовая, но игрок просто кал. Нет, это кал. В 86-й почему его, блин, Коломиани не показали. Так, у нас еще 5000 есть. На 5000 можно открыть на этом аккаунте. Вот есть? По 1250 есть. Сразу 4 поочередно. И потом еще один. Че, сейчас Тоти будет? Это Швейцария, ЛЗшник, Торино, это какое-то говно, да? Родригес, говно. Все, что меньше 90, по сути, это кал говна. И последний набор. Последний набор на сегодня мы с вами открываем. И может сейчас выпадет самый топовый игрок. Это Польша. Вратарь, ну это какое-то говно. Ювентус, это Шкверцквиля. У него фамилия такая. 86-й, ну ладно, кал говна. Что можем обмены сделать? Есть обмен, вот, короче, фифуля. Можем удалить игру. 87-й игрок, так, это кал какой-то. Что тут еще? Что тут еще? Вот это. Тут можно кучу всяких бронзовых игроков отдавать, которых у тебя накопилось, и может что-то годное да выпадет. Да, хорошо было, что-то мы скипнули. Так, вот этих отдаем бичей. Какое-то говно. Мне нравится вообще нормальная музыка. Раньше был просто кал говна какой-то. Да ладно, не, в 10 фифе была хорошая музыка и... Это Марокко. В Марокко никого популярного нет, братан. Это говно какое-то. Аль-Халяль. Ну, Бунуа. Причем, блин, у него самая тупая карточка. Ладно, и последний раз открываем. И может сейчас... Германия, ТФДшник, это
это может быть, я вообще не знаю. Не, ну это... Мухтар у нас теперь в составе 83-го рейтинга. На этом можно фифу удалить с аккаунта. Кого в итоге мы с вами выловили на этот аккаунт? Смотрим. Самый топовый. Просто какой-то кал говна. Хотя в теории мы можем просто сейчас 34 миллиона. Не, Роналду мы не можем купить. Мы можем просто пол Роналду, ногу Мбаппе купить. Просто он 200 миллионов монет. 200. Ну вот он стоит 156, у нас 34. То есть надо таких еще миллионов кучу накопить. То есть мы можем купить спокойно компании какого-нибудь вот 30. Ну что ж, открыли мы с вами кучу разных наборов. Никого крутого не получили. Вот такой вот первоапрельский ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Осич и мой друг. Он еще подавал сигнал СОС, так что не надо никого звать. Все хорошо, всем пока, обнял, поднял. До новых видео.